Саяно-Шушенский заповедник поделился уникальными кадрами со снежными барсами. На видеоловушку удалось запечатлеть взаимодействие самца Опера и самки Клёпы. На кадрах хищные кошки проявляют интерес друг к другу, что не свойственно для животных вне периода гона. Опер и Клёпа играют, ласкаются, а спустя какое-то время покидают область съемки и вместе спускаются по скалам. Специалисты отметили, что Ирбис считается самой малоизученной кошкой во всем мире. Основной причиной является их осторожность и скрытный образ жизни.